Так. Отлично. О! Улица Раумская, друзья. Так. Спасибо. Эх. Привет. Рыбный рай. Здесь когда-то был рынок в 90-е годы. А улица Раумская названа в честь финского города Раума, в котором даже я однажды бывал. Да, но ничего не помню. Город этот побратим Сколпино. Здесь в сквере слева. В сквере слева происходят какие-то подвижки. Деревья попилили. Новые посадили вон там, вон, смотрите. О, вон там очень творческая лоджия, я даже остановлюсь. Ой, за дерево ее уже плохо видно. Но это произведение искусства тоже. Вот, в этой школе, вот я там был один раз, не помню по какому поводу. Там такая мозаика внутри, вестибюле. На ней изображены детишки и Раума написано. О, можно еще эту дорожку так снять на прострел. Ой. Ну-ка. На лицах счастье в основном. Так. Еще поснимаешь, что сделали с парком. Все, ладно. Ой. Ой, господи. Нормально. Так, сейчас. Ну, просто тогда пока. А, да? Здесь вот, вот эти оградки недавно приделали. А так можно было бы очень удобно вот здесь парковаться. На газоне. Здесь однажды меня за парковку на газоне участковый милиционер умудрился выловить и написать штраф на 5000 рублей. Подъезд, что ли, зайти как-нибудь. Вот это знаменитый магазин. С шикарной подсветкой. Ночью смотрится феерично. Здесь фрукты, овощи.
удобная парковка. В общем, всем рекомендую. Что, тебя не тошнит? Мало ли, так молчишь. Ой, здесь классная дорожка такая. Ну, с улицы Рамской мы, конечно, уже вот как бы свернули. Там Чухонка, он же парк 40-летия октября. Ой. Здесь вот эти следы классные. О, уточки. Уточки. Хотя кто уток не видел с другой стороны, но некоторые их любят. Ох ты как, ну все. Уток сняли. Вообще такой пейзаж симпатичный, вечер. Что это там дети делают? Ничего не делает, интересно. Здесь, вероятно, ожидается пивная палатка а-ля Степан Разин. Продолжаем движение. Дорога в рай. На третий творческий забор. Вот, и началась, может быть, здесь такая своеобразная улица, одна из немногих Колпино с частным сектором, она такая полупешеходная, вот этот кусок асфальта, он никому не, однозначно не принадлежит, ни пешеходам, ни водителям. Летом здесь, конечно, особенно выходной, много народу. Колонку демонтировали. А, вот она вот здесь была. Там параллельно, по-моему, еще улица Ижорская идет тоже с частным сектором. Но про нее мало кто знает. Ну и вот так мы плавно вышли на улицу Пролетарскую. Наша улица заканчивается вот так вот. Сейчас сниму еще назад. Может, ты замерзла? А, вот так. Что-то вот так еще сниму, что-то такое. Никого не видать. Ну все. До новых встреч. А, вот тут, вот там на оптимистичный такой. Вот сюда надпись такая. Я люблю тебя, мама. Не, как правильно прочитать эту фразу?
Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, мама. А, я люблю тебя. Я люблю тебя. Все слова важны. Мне нравится, что сверху там что-то... Пошел. Все.